Акция под девизом «Сдай макулатуру, спаси дерево» проводится в Одинцово уже во второй раз. Организатором выступает комиссия по экологии, природопользованию и землепользованию Общественной палаты Одинцовского муниципального района. Целями этого мероприятия являются сохранение окружающей среды и воспитание в людях бережного отношения к природе. Мы год уже занимаемся раздельным сбором, как общественное движение. И вот сейчас также возникли эти акции экологические раз в полугодие. И чувствуется большой резонанс, большая активность, интерес жителей к этому вопросу. То есть люди готовы участвовать, сдавать, потому что они понимают именно ответственность за экологию и за будущее своих детей. Вторым этапом экомарафона стал сбор опасных отходов, энергосберегающих ламп, щелочных батареек, аккумуляторов мобильных телефонов и термометров. Специально для такого мусора на центральной площади были установлены экобоксы. Каждая люминесцентная лампа содержит ртуть, содержащую часть. Это примерно в одной лампе 5 миллиграмм ртути. Соответственно, просто выкидывать их на помойки, в контейнеры и так далее, да, это загрязнять окружающую среду и прежде всего вредить своему здоровью. Вот. Также батарейки, содержащие щелочь и много других опасных веществ, которые также необходимо утилизировать правильно. Экобокс, контейнер, да, для сбора опасных отходов, позволяет правильно утилизировать, не загрязняя окружающую среду. В декабре наиболее активные жители будут приглашены в Дом правительства Московской области и отмечены специальными подарками. Ведь в ходе весеннего этапа экомарафона Одинцовский район собрал более 17 тонн макулатуры, а среди городов Подмосковья Кубинка, жители которой сдали 7 тонн, заняла третье место. Оказалось, что население неравнодушно к экологии своего района. Желающих внести свой вклад в спасение леса оказалось много, в том числе молодежный парламент, Одинцовские общеобразовательные школы. Среди участников акции есть и постоянные, и те, кто пришел впервые. Например, воспитанники 79-го детского сада. Чтобы деревья не погибали, а вырастали, чтобы мир продолжался. Чтобы узнать, как спасать деревья. И чтобы они были все рады. Мероприятия по сбору бытовых отходов экоакции не заканчиваются. Общественники предлагают проводить их ежемесячно. Все новое – это хорошо забытое старое, считает секретарь Общественной палаты района Светлана Налепова. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».